Сегодня 32-й день после проведения операции гастрошунтирования. Подпишитесь, я рассказываю об операциях для похудения. На завтрак вот такая вкуснятина. Это рисовая каша молочная. Мне понравился вот такой греческий йогурт. В нем 10 грамм белка в целой упаковке. На полдник молочный белковый коктейль. На ужин то, что я так давно хотела, это икра из слабосоленой селедки. Яичко, скорее всего, съем только половину. И хлебец. Посмотрите на нее. Это икра из селедки. Она продается отдельно в баночке, в масле. А масло стекло, естественно, потому что жирное мне нельзя. И буду сейчас пробовать селедочку. Очень вкусно. Я очень давно хотела, правда. Но пока не было возможности, и, наверное, еще рано было. На поздний ужин яблочное пюре.